Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест, очередной имбы. Я так думаю, показывал я вам Бигфута, что я хочу с ним сделать. И сегодня мы потестируем его именно в сборке, которая будет с новой чаркой, так как он себя хилит, а тут еще плюс у нас дополнительный, скажем так, дев, увеличение от хила, то есть все дела. Меняем чарочку. Вот так вот делаем. Плюс 40. Holy Conviction. Так, здесь оставить так пока что. Давайте оставим так. Плюс поставим сюда исцеление. То есть у него плюс 200% от хила будет. Так, что нам сюда интересного такого поставить? Ай, давайте соберем на деф. То есть такой вариант с огненкой изначально затестим. Поехали. То есть по отхилу, ну тут нереально круто должно быть. Главное, чтобы он, конечно, включился. 405к, ребят. Просто топчик. Понятно, что его он сейчас дальше не зайдет, потому что тут фрей. А не, бежит все-таки. Главное, чтобы он включился. К от хила. Я офигею. От каждой прилетающей плюхи. То есть, чем больше его будут бить, тем больше у него будет отхила. По сути, это будет нереально. Вот когда сейчас будет дофига его противника бить. Ну, посмотрите на это. Что вы скажете? Это просто нечто. Вот он включился. Давай тащи. Блин, да это жесть, ребят. Посмотрите, офигеть. Вот единственное, что его блокирует, посмотрите, как у него отхил идет. Обалдеть. Ну, я думаю, не все бигфуты такое смогут. Поехали еще поищем кого-то. И пойдем по PvP локациям потестим. То есть тут не максимальный деф, но максимальный отхил. Ну, против смотрителя, видите, вариантов как бы нет. Плюс у нас огненка стоит, она как бы не особо самый такой мощный топовый вариант. Но это не мешает нам нормально танчить. Так, о, отлично. Так, опять заблокировали. Да сколько-то можно, а? Издеваются, короче. Ладно. Поехали. Поехали на подземке посмотрим, интересно. Как думаете, 7-10? Ну, я думаю, что вряд ли. Но попробовать можно. У нас не особо максимальный даб. Но зато у нас приличный отхил, я думаю. По урону, в принципе, такое себе. Не будет он здесь особо тащить. Ну, посмотрите. Вполне неплохо. Посмотрите, какой отхил. Обалдеть. Но единственное, ему надо включиться. Он не может никак включиться. Но его бить тоже не могут. Да, видите, все-таки стан. Но ничего, по чуть-чуть убивает. Надо ему просто почаще включаться. Медузку слил. Вот, все, сейчас пойдет жара. Блин, ну круто. 400к отхил с каждой входящей плюхи. То есть у него отхил зависит от того, сколько его
противника бьют. То есть от каждого полученного урона во время включения у него получается отхил. Соответственно, 10 раз ударит, вы отхилили себе 4 миллиона. То есть ваш удар должен перебивать его отхил. Вот так вот. Соответственно, то, что мы и видим, просто нереально. Да, у него дамага тут нет, конечно. Но танчить им можно вполне. Давайте немножко другую. Давайте вот эту попробуем. Блин, вот кто мог подумать, что мы на седьмые будем вот так вот одним героем бегать. О, ничего себе. Видите, сколько урона? Не включился. Давайте еще разок. Попробуем где-то отсюда забежать. А, это я на эту пошел. На десятую опять. То есть такой вариант, я думаю, тоже очень интересен и универсален будет. Можно СО поставить, можно поставить что-то на урон. Тоже, в принципе, неплохо будет. Но плюс то, что тут отражалка, видите. Минус то, что он станется. Довольно-таки хорошо станется, это мешает. Вот опять стан. Давайте попробуем поставить слона. Посмотрим, как он будет справляться без. Дефа и отхила, но защита от стана. Но 400к это как... В принципе, ворожей хилит, только это собственный отхил, можно еще и от ворожей отхил получить. То есть, если собрать, вот смотрите, но тут как-то быстро его разобрали. Но раз на раз, в общем, не приходится. А, ладненько, поехали. Поехали, сделаем тестик здесь. Это я его уже потерял, а вот они, вот мои бигфутики. Да они его даже не пробивают, в принципе. Посмотрите на это. Хорош, однозначно хорош. Надо будет потестить его в пачке, посмотреть, как он будет себя показывать в пачке. Ну вот, зарядили, он себе включился спокойно, без вопросов. Давайте сейчас подальше забежим, может там что-то поинтереснее будет. Можно ему панчбокса поставить для увеличения, плюс дополнительный урон будет. Но они его не пробивают. Вот, это Holy Conviction. Ассаска, ну я не знаю, просто мега эпические получается. Получается круче, самая крутая чара на сегодня для героев на PvP локации. На PvP, на фарм. Так как она увеличивает отхил в 2 раза, плюс дает 40% дефа, это очень немало. Если раньше там был доспех победный в приоритете, то сейчас можно смело героям ставить эту чарку и не париться. Немножко отхила и все, и вы будете себе свободно тащить. 40% с чарки... Это дофига. Если бы 20 было, еще куда ни шло. Но 40% это, считайте, как каменка седьмая. То есть вы можете настолько героя там задефить, что его просто не убить будет. Можем, кстати, давайте сейчас сделаем тестик.
прокачаем ему каменку. Ой, не каменку, а вот так сделаем. А, у меня же есть, вот он. Чем мы паримся? У меня же тут их несколько. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. У меня каменки закончились. Вот максимально дефный вариант, плюс ставим ангела. То есть по отхилу 400к я считаю, это более чем достаточно. Теперь посмотрим по дефу вариант максимальный. Тоже интересно на это посмотреть. Ну 180, сколько? 180. Ну меньше отхил стал, да. Ну ему пофиг. Ну просто пофиг этот урон. Он себя отхиливает больше, чем ему дамага наносит. Ну вот что вы на это скажете? Реально круто. 200к даже, пусть будет 200к отхил, но зато деф просто на высоте. Смешно, смешно смотреть на урон от Космо. Смотрите, как под этим миссает. Вот реально, видите, можно еще от Космо спастись уклонениями, если максимальные уклонения будут. Ворожай включился, дал подхил по 200. Шестьдесят, 70 урона. Я считаю, это реально, это идеальный даже Бигфут будет. Да, отхила у него 200к, но зато у него деф на высоте сейчас. Да, он не будет дамажить много, но зато он будет держать пачку на себе свободно, без всяких проблем. Вот Фрея дамажит. Ну что такое урон там 80, посмотрите, у него отхил от каждого удара 100-190. Входящий урон не превышает 100. То есть единственное, как с ним воевать, это только его блочить, забирать энергию. Все, других вариантов нет. Либо он будет себя отхиливать и просто пофиг будет. Вот ПБшка еще как вариант, если выдержит, конечно. Он процентуально наносит. И то посмотрите на это. Ну что это такое? Вот это действительно идеальный Бигфут. Ну вот вам полосочку видно жизни. Просто ему просто пофиг. Чем больше целей, тем больше отхил. Вот все, минус. Фрея 70к бьет, он отхиливает 200. Смотрите, сейчас закинем ради интереса. Если, конечно, получится, чтобы она не будет. А, вот 300, вот посмотрите, как разобралась, двух тычек. А этому пофиг. Вот так вот. Просто жесть. Выкинули и забыли.
Ой, тут неплохая пачка. Давайте попробуем его одного закинуть. Ну, что еще говорить, ребят? Сами все видите. Неубиваемый. Да, чарка, конечно, просто топовая. А не, все-таки слили. Все, это не имба, ребят. Огника ушатал. Так, ладно. Поехали на самое интересное, думаю. На забытую. Тут будет интересно на него посмотреть. Так, это у нас ворожей. Let's go. Ну, такой же Бигфут. Вот ПБшка пытался что-то сделать. В итоге просто посмотрите на это. ПБшка процентуально дамажит, но все равно у него отхила хватает. Хватает, чтобы выживать. 180-190к. Обалдеть. Бьет нас Фрея. Что там еще есть? ПБшка вижу. Ворожей. Добьют или нет? Обалдеть. Просто обалдеть. Сколько дамага он вытягивает. Не убили. Вот это действительно кайф. Кто там у нас Ронин? Вражеский Сронин пытается что-то сделать. Ну давай, Роня, затащи. Еще 2-3 раза. Смотрите, сейчас действительно затащит катку. Не, не успел. Так, опять та же самая картина. Мы говорим половине героев. До свидания. О, включился хрон. Но это все равно пофиг. Отражалка даже, мне кажется, пофиг с таким отхилом. Обалдеть. Да, входящий урон 50к бьет. Сава затащил. Ну что я могу вам сказать? Вы, в принципе, и так все сами увидели, что герой. О, интересно. Поехали этого попробуем. Что герой тащит и не потерял свою актуальность именно в такой сборке. То есть он будет востребованным. Есть смысл его собирать. Вот посмотрите, какая пачка. Они ему нифига сделать не могут. Просто у него отхил перебивает. Вот посмотрите, чтобы видно было. Это Unreal, ребят. Как с такими воевать, я даже не знаю. Это просто вот забытое, попадаешь на такого и все.
и катка слита. Обалдеть. Вот видите, убрал недомогание, сейчас огника вражеского я не слью, хотя мог свободно его, не уж и дали. Свободно его убить намного быстрее. Ого, ничего себе. Все прям с арами бегают. Просто пофиг. Посмотрите, сейчас начнется набор энергии. Ничего себе, ну-ну-ну, задамажьте его. Посмотрите, какой там дикий этот. Землеройка. Ух ты, ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, красава, тащи. Обалдеть. Только землеройка, которая блочила его, могла убить. И то практически... Он их ушатал. Ну, что такое 5 героев с разными талантами, умениями и один. Такие вот, ребятушки, пироги. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу такой сборки. Пишите, кого вы хотите следующего увидеть. Такой же приблизительно прокачки. Ставьте лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.